Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшая распаковка. Приехали мне несколько посылок с AliExpress. Вот. Распакуем, посмотрим, что там пришло. Начнем вот с такого небольшого конверта. Откроем и посмотрим. А это пришла ветрозащита на экшн камеру. Решил я все-таки заказать, так как на ветру невозможно снимать. Даже если что-то снимаешь, то как бы сложно устранить этот шум. А этого оденем, вырежем, что надо, под дисплей, так, чик. И все. Будет у нас такая ветрозащита. Это в сторону. Потом пришла вот такая коробка. В ней, скорее всего, у нас или стекло с чехлом, или просто стекло на телефон. Или на 5 плюс Redmi, или просто на ноут 5. Что-то он не открывается. Открываем. Здесь у нас, наверное, салфетки. Такая коробочка. Отлично упаковано. Ну да, здесь стекло у нас. Это какая-то непонятная бумажка. И чехол. Ну да. Это значит на 5А. Вернее, на Redmi 5 ноут, который вот у меня на работе мне выдали. Вот я на него заказывал чехол. Ну, как литой, я скажу. Все здесь, видите. То есть все эти сходятся. Камеры сходятся. Зарядное устройство и дырочки тоже подходят. То есть все нормально. Чехол зачетный. Матовый. Мягкий. Кнопки тоже скрыты, то есть они в чехле. И все, ощущается и нажимается все хорошо. Это две дырочки, я не знаю зачем, вентиляции, наверное, или можно сюда что-то зацепить. Да, только с одной стороны. Но я не думаю, что это для какого-то пользования, скорее так, маркетинг какой-нибудь. Все, кнопки. Кнопки что, работают? Нет? Кнопки. А, кнопки, да, работают, все нормально. Все. Так, что у нас со стеклом? Стекло. Стекло я взял такое же черное. То есть вот так мы его прилепим. Я так. Ну да, липкой стороной вот это. Вот так, да. Чик. Вот так мы его прилепим. Ну, прилепим мы его чуть позже. Это тоже вытащим. Телефон в сторону. Да, чехол такой мягкий, то есть не пластик. А скорее какой-то такой жесткий полиэтилен, что ли, я бы сказал. Ну да, и он такой без памяти. То есть вот его согнул, чик, он упрямляется. Оп. Ну это тоже, наверное, будет скорее плюс, чем минус. На морозе не знаю, как до зимы доживем. Посмотрим. Если будет лопаться, то значит.
Так, это пока все в сторону. Попозже будем, наверное, лепить стекло. Так, и вот такая коробочка еще одна. Здесь я не помню, на какой телефон, потому что я сначала заказал на ноут 5 чехол со стеклом. Время кончилось, и до меня не дошла посылка. Вот. Я потом заказал еще раз. Вот. И вместе со вторым разом я заказывал еще на Redmi 5 Plus. Вот. Здесь я вот не знаю, на какой телефон пришло. Ну, сейчас мы посмотрим. Возможно, на Redmi 5 Plus, возможно, на новый. Ну, здесь аналогичная коробка. Пусто. Это утиль. Легкая. Здесь, наверное, на 5 плюс, скорее всего. Потому что там я заказывал только стекло. Так как чехол шел в комплекте. Там на канале есть распаковка, если кому-то интересно. Ну, я, наверное, и прикреплю, скорее всего, видео с распаковкой этого 5 плюс. Ну а здесь стекло, точно. Это, скорее всего, на 5 плюс. Какие-то наклейки. Опять же, две салфетки, наверное, скорее всего. И здесь. Да, точно. Стекло на 5 плюс. Вот так оно выглядит. Ну, так как телефон черный, соответственно, и стекло я заказал черное. Ну вот, приклеим владельцу тоже стекло. Пусть пока лежит. Все здесь. Так, ну. Ну а теперь попробуем прилепить стекло вот на этот телефон. Сразу говорю, я леплю первый раз. Если я что-то закосячу, то как бы извиняйте. Возможно, я что-то буду делать неправильно. Ножик пока на клаву. Так, у нас стекло. Я так понимаю, что первая и вторая. Первая, это значит, я думаю, что сначала протереть нужно саму поверхность, на что будем лепить. Так. Здесь у нас салфетка. Оп. Она влажная. Чем пропитано, не знаю, ничем не пахнет. Вот такая вот она маленькая. Ну ладно, что, трем. Посмотрим, что из этого получится. Перевернем еще хорошенько. Ну, это, наверное, скорее всего, обезжиривает как-то стекло, потому что руками его цапаешь, бывает и руки грязные, и жирные, и потные, и всякое бывает. Ну, не знаю, я вообще первый раз клею, ни разу не клеил ни стекло, ни пленку, ничего ни разу на телефон не клеил. Все время. Что, наверное, подождем, когда высохнет, или она уже высохла. Да уже, наверное, высохла. Так, теперь достаем номер 2. Это в сторону. Номер 2.
Так. И вот так. Это у нас что? Это сухая. Да, это сухая пленка. Ну, тоже ей вытрем. Что? Раз положили, значит, наверное, и надо. Я не думаю, что она просто так в комплекте. Так. Так как я протер, наверное, уже нельзя и руками, наверное, цапать. Иначе останутся под стеклом пятна. Ну-ка нажмем. О, вроде чистые. Ничего не видно. Вообще крюки, как всегда у меня. Так, ну и пробуем лепить. Не знаю, правильно я делаю или нет. Но я очень надеюсь, что правильно. Куда тут чего попадать? Фиг ее знает. Ничего, блин, кнопки не подсвечиваются, нифига. Да. Ну, вроде все работает. Все, прижимаем от серединки, вот так разгоним. Чик. Ну вот, наверное, и все. Все вроде бы совпало. Что у нас тут с камерой? Все. Камера вроде пашет нормально. Разворачиваем. Все. Ну вот, собственно. Время покажет, насколько хватит этого стекла. Но я надеюсь, что всяко лучше, чем то царапать родное. Ну и засунем его в чехол. Опа. Вообще зашибись. Получилось у меня. Оп. Все. Раз, два, раз, два. Оп. Все нормально. Шикарно. Все, мне все нравится.
Все отлично. Теперь класть можно и... Вот видите, тут большой довольно бортик для камеры. Не знаю, видно нет на камеру. Вот. Может вот так вот видно как-то. Вот, и теперь можно не боясь класть, то есть на стол. Раньше я парился все время. Клал или на экран клал, или там на что-то, на бумагу, там, ну, чтобы не поцарапать. А теперь вот вообще без проблем. Все. Я вообще боялся, что будет вот эта камера все равно как-то выпирать. А она нормально. Чехол зачетный, все. Так, ну вот прилепили стекло. И сейчас прилепим заодно и на 5+. Сейчас мы его чем-нибудь протрем. Протрем мы. Вот этой. Чик. Сначала как там выдрил мокрый. Вообще говорят, что есть закругленные вот края у стекла, то сложно очень клеить. Типа там воздух всегда остается и так далее и тому подобное. Ну я фиг знает, у этих вроде телефонов одинаковые, я надеюсь, что у меня получится прилепить, то есть без проблем всяких. Там же прилепилось вроде нормально, даже без воздуха. Ну и здесь, я надеюсь, обойдется. Просто, блин, неохота идти и отдавать деньги. У нас тут что-то вот недалеко от дома 200 рублей просит за то, что прилепить вот эту фигню. Да, сложно ее вытереть. Все равно остаются следы. Ага, разводы на черном остаются. Ну ладно, что, по максимуму попробуем убрать сейчас. И, возможно, видно этого не будет. Здесь какие-то косяки, блин. Кстати, то стекло, что шло с этим телефоном, ну, якобы там его положили в подарок, что ли, или оно в комплектации было. По-моему, его в подарок клали. Мне, короче, его положил в сумку из-под ноутбука. И сломали его нафиг.
Когда везли, на сумку то ли сел кто-то, то ли положили ее неудобно. А я ее клал без коробки. Одно стекло только. И, блин, так, чик, угол. Сломали. Угол сломанали. Так, ну что? Пытаем счастье, как говорится. Какой-то, блядь, мусор, мать его. Блин. Наклеенную сторону по полному сырву. Все через задницу. Ладно, вроде все, лепим, надо его включить, наверное, вот так, и вуаля, криво, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего не вижу. Толком, блин. Ну, наверное, вот так. С этой штукой сейчас разгладим. Посмотрим, что у нас получилось. Вот. Нет следов под стеклом. Мусора нет, воздуха вроде нет. Ну и все, где у нас чехол? Чехол у нас вот. Силиконовый, как говорится, родной. Все. Пароль я не знаю, конечно. Но вроде все. Работать должно. Все, на этом мой видос закончился. И мои мучения с клеением
Ну, первый раз, как говорится, всегда комом, потом будет лучше получаться. Все, всем пока.